Привет, ребята, вы на моем канале, и на моем канале вышло видео про моих улиток, как я у них убираю, не забудьте посмотреть. И сейчас я, уже Люсяндра вышла, как вы поняли, буду убирать у Люси. И давайте уже начинать. Сначала я убираю поддон и убираю всю грязь и ее выбрасываю. Потом я все вылажу и разбираю домик. И потом выбрасываю из поддона, там, где уже Люся проживает, скажем так, убираю все опилки. Потом я мою клетку и оставляю все высыхать. Потом, когда поддон высохнет, я начинаю ложить на нее опилки и потом их разравнивать. И потом начинаю ложить помытые вещи, которые были у Люси, начинаю ложить ей обратно в домик. И вместо салфеток для домика я положу туда вот такую вот специальную подстилку. И потом можем запускать нашего хомяка. Вот что у меня получилось в конце. Не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на наш канал. И всем пока! Подписаться на наш базовый канал Полипэ! Подписывайтесь на канал.